проснулась? Доброе утро. Доброе. Как себя чувствуешь? Замечательно, только нос болит. Че, жену себя сильно ударил, да? Конечно, сильно ударил. Вообще, адекватный. Мамку допустили в орган. Ладно, горячись. Собирайся, поехали. Куда? Сюрприз. Пап, ты угораешь? Зачем ты мне сдобрёз? Хочу, чтобы ты извинился перед Жандосом. Не буду извиняться перед ним, это он мне сделал. Будешь извиняться! Акин Наузу, где твои вещи? А? На, возьми, выходи из машины. Быстро. Шандос, можно тебе? Ассаламу алейкум. Халас. Ничего, нормально. Жаля уже ротбис. Чему спер дурс па? Потихоньку. Шандос, это тебе. Извини за вчера. Хорошо? Да ладно, ничего. С ним сгоним, да? Да. Ты сам понимаешь, сложно быть отцом. Особенно, когда вот такой вот характер. Ну да, характер, конечно, не подарок. Ну, не переживайте, все четко сделаем от души. Хорошо, я иду харай с собой, Серима. Чем же ты веришь, смело? Чем же ты с Кишкиной, вы можете говорить? Сейчас, ма? Ну, не переживайте, не таких ломали, ладно, сами знаете. Ну, в смысле этот. Все четко сделаем. Сейчас, лав, просто другим человеком выйдет, а? Не переживайте. Хорошо, давай. Все, а Джон Гос. Удачи. Где она? Давай. В смысле? В смысле? Что? В смысле? Тогда в следующий раз будешь бить себя, смотри, чтобы камер не было. Да? Иди, веди себя хорошо. Пап! Папа! Ничего, ничего, Дианочка. Вернется твой папа. Ну что, ребята? Смотрите, кто вернулся. Ой, мы по тебе, знаешь, как скучали, елки зеленые, сильно скучали. Вон Рус бедный только высох, всю ночь плакал. Короче, ребята, по вашим тупым лицам понял, что вы ни хрена не поняли. Вчера мне довелось увидеть театр одного актера. Кайф. Не понял. А хера тут понимать, Русик, ты чё? Сама себя взяла, по бесу пустила. Я ж тебе говорил, я не конченый мент, ёлки-палки. Капец, Эдвард Нортон на минималках. Все, давайте, идите работать, все. Давай, тоже. А кто такой Эдвард? Ты чё, свист, не понимаешь? Давай. Быстрее. Вот, еле ходит, блин. Эй, Джеки, ассаламу алейкум. О, алейкум. Ничего, как сам? Ничего, пойдет, пойдет. Жумс халай. Да заебал, блядь, Жумс. Говорила мама, нахуй тебе эта ментовка, иди в рэп, тебе надо было ее послушать. Ай, па, мне вот эти талбичи тоже заколебали, я же уже. Я, кстати. Че, есть желание поразвлечься? Есть, бля, ну там вещдоков уже не осталось нихуя. Э, мало, я не про это. А сейчас? Наберу. Алло, Дажан. Алло, Маха. Привет. Сейчас, короче, тебя один человек позвонит. Он пишет, что это как-то. Я тебе позже еще наберу. Хорошо. Ага, все, давай. Все, ты смело выдвигайся. Все, я тебе на WhatsApp давай, скину тема, адрес. Тема. Все, давай. Все, локацию не забудь скинуть. Давай, ага. О, вижу, вы уже готовы. Ждете, не дождетесь, наверное, когда мы поедем в самое лучшее место на Земле, да? Проходите. Привет, дорогая. Заходи. Сиди. Давай. Вот мы. Чиглы. Каких ребят ты нам привел? Ну что, располагайтесь, чувствуете себя как дома. А я сейчас вернусь. Все, давай, давай, давай. Огонь, да, мама? Ой, Жандос, привет. Привет, Жуби, короче. Давай, без поцелуев, ладно? Такой брезгливый. Прикольно. Жандос, ты издеваешься? Ты куда нас привел? Как куда? В бордель же?
Ну, пацанам нравится, я не знаю. Ты что, напрягаешься? Мне не нравится. Ну, планировка слабая, да? Я бы же, знаешь, здесь немножко... Жандос, ты нас эксплуатируешь в личных целях. Это законно вообще? Если какой-то машин пенится постоянно. Подумаешь, немножко сперму уберешь, чумак? Ну, как немножко? Ну, уберешь, короче, хорошо? Нифига я убирать не буду. Жандос, Жан, ну что ты детей распугал тут? У нас вообще-то элитный салон. А, да, извиняюсь, я забыл, они в Таргет, наверное, кому пускают, короче, на фотографии. Все тогда, мне их надо. Все, давай, давай. За ними следи, мы тут на свидание, хорошо? Все, давай, пока. Давай, давай. Удачи, видеть себя хорошо, давайте. Все четко, не доебаться, классно, все по-царски. Мой индо-цацкий, по-братски, топ-то за носки. Не стыдись, братский, че там? Или симба, шиги симба, ну плой костюм, топ-то за носки. Берди маски, маски, ему индо-цацкий. Тоздар, как кузник сам, мимпизи жамана там. Какой-то левый пацан, кузник, тут шоколбалам. Себастьян, булжердин, пятка на минджардин, танертин. Танертин, танертин, танертин. Байкалсам барлығы еркен. Танертин, танертин, танертин. Энергия не керек, не керек. Отағым тұршындар еркендер. Как она есть, сыгылып кетіндер. Барлығы жазып тұр бетінде. Бетінде? Көп сөйлеме. Істесе міндетсін бе. Міндетсін бе. Осы сен еркексін бе. Жай ғана мамбетсін бе. Айс, айс. Йоу. Докатилась. Трусы стрипуш набирать. Да ладно тебе. Чего ты прям так драматизируешь? Уберемся и уйдем. Больной? Квад, прости. Слушай, мне кажется, у Дианы не все в порядке с головой. С чего такие доводы? Ну смотри, она взяла саму себя, отхерачила. Это нормально? Не, ну по сути, смотри. Если бы не камера, то мы бы сейчас убирались бы в каком-нибудь парке. Жандос бы сидел уже за решеткой. Mm-hmm. А она бы дома. Жесть. Тут где можно воды налить? Да, проходи вон там. Шкафчик открой, там есть чистый стакан. Что, новенькая? Нет, это не новенькая. А ты вообще дрался? Да. Помню, это было в классе 7. Еще большой фингал остался. А ты ему что сделал? Ничего. Я же не больной, свою бабушку бил. А что такая уставшая? Клиент сбил? Нет, я вообще не из ваших. В смысле? Клиентка, что ли? Пешковый Жандос. Сейчас на работе. Друг вашей Махи. Ой, этот бессовестно козел, а? Детей привез. Все, ладно. Мне кажется, у тебя не все в порядке с башкой. Может быть. А как ты, дорогая, оказалась на общественных работах-то? Ну... Жопа, а? Ну, в общем, как-то так. Офигеть. Я тебе сказала нет. Маха, в смысле нет? Сколько раз повторять? Мы в долг не даем. Это тебе не ларек. Ну, не знаю. Ты, если не даешь, может, долг. Вот это, может, она даст тогда? Нет, здесь на отработках вообще-то. Вот, тем более пойдет отработать. Она здесь не работает. В смысле не работает? Просто так стоит, что ли, тогда? Тогда, может, и ты не работаешь, может, ты тоже сидит, не работает тогда. Все, мозги не парь мне, пойдем, да? Отцепись его! Маха, скажи, ты че, девочка, ты что? Я тебе сказала, она здесь не работает. Маха, ты что, гонишь, что ли? Убери. Ты че, и что ты мне сделаешь? Завалю, блядь. Понятно. Заткнись. Ты что? Еще шаг, и можешь передать привет Мерлин Монро. Маха, угомонись ты че. Рост, ты че? Все? Диана, что с тобой? Диан! Ч
Что случилось? Откуда пистолет у тебя? Откуда? Я не знаю. И он до меня домогался. И ты решила его завалить? Нет, это не я, это Маха. Алло, Жандос, тут твоя девчонка клиента нашего завалила. Приезжай. Сейчас, короче, Жандос приедет. И мы по ходу дела решим, кто убил, а кто нет. Ёбаный шмёбаный. Что? Эй, ёб твою мать, так вы знаете, кого грохнули, блядь? Это не мы. Это не мы. И чё толку ты меня сейчас толкаешь-то? От этого жалеешь, что ли, он станет, блядь? Идёт Дарма. И кто это? Это мой шеф, идиот Тар, блядь. Все, попало ты, Диана. Шишка крупная, хрен разрулим, блядь. В смысле? Ты сдурела, что ли? Это не я. При чем тут я? Не я его убила. Ну, давай ты тут спросим у него, кто его убил. А, уважаемый Баке, кишем настроение. Ну, кто вас убил? Чуть не отвечает. Обиделся, может. Может, он умер? Мордой в пол, работай там! Лежать всем! Эй! Это же Баки? Кто его завалил? Это она, Диана. Это наоборот, это она его убила. Так, получается, ты у нас, Диана? Да. Встань. Перед тем, как попадешь в тюрьму, попроси прощения у погибшего. Серьезно? Еще как серьезно. Проси прощения! На колени! Простите. Ребята! Был! Подзвучка, брат. Бран! Опа, она пошла, франковка. Серьезно? Нет, четвером жарой, как ты не услышал. Пран, говорю, это. Разыграли мы тебя. Ты, Жандос, ты больной ублюдок. Сука, Жандос. Я чуть не сдохла от страха. Подвиньтесь. Ребят, я когда кровь и трупы увидела, чуть сознание не потеряла. Бля, вот когда ОМОН начал работать, это вообще нечто. Я думаю, все, приехали мы. Когда он глаза открыл, я думал, он воскрес. О, бля. Чего, пранк? Хала, эй! Эдвард Бинку охуел с моих пранков, нахуй! Че, обосрались? Пошел ты, а! Че страшно, честно, скажите, когда ощущаешь, что вот-вот в тюрягу попадешь. Ладно, сегодня прикол, хоть, поехали. В тачку садитесь. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Шестри. Жандос. Че? Ты извини меня, что я так тебя поставила. Один-один. А ты, как ты это вообще подготовил? Да это схема, мы лохлоси, да, так разводим. Мир, где нет негатива и плохой ауры. Прикольно, да? Хочешь такую же кофту? А прикинь, у нас всего их две. Поэтому я предлагаю тебе спуститься вниз и прочитать условия конкурса и обязательно участвовать. Ну и, конечно, смотри следующую серию. Сдох раньше времени. Так и не отдал мне то, что должен. Но ничего, я и на том свете до тебя доберусь. Сучонок.